Нидерландские рыбаки после Брексита переживают непростые времена. По оценкам экспертов отрасли, от 40 до 75 рыболовецких компаний в скором времени могут быть вынуждены приостановить работу. Промысел становится все менее практически выполнимым. Нидерландские рыбаки могут и дальше работать в британских водах. Но с каждым годом квоты все меньше. Получение лицензии стало дороже, и сам процесс занимает больше времени. Еще одним заметным препятствием становятся ветряные электростанции, которые также ограничивают район деятельности рыбаков. Район промысла, где мы зарабатываем себе на жизнь, занимаемся ловлей камбаловых рыб, мы его теряем из-за ограничений, связанных с ветряными турбинами. Правительство Нидерландов предлагает сократить число рыбаков с помощью схемы компенсации. Если бизнес будет остановлен в течение полутора месяцев, то сумма компенсации от государства может составить несколько миллионов евро. Все эти вопросы уже давно беспокоят рыбаков. Но последней каплей стал взрывной рост цен на топливо. Стоимость горючего удвоилась, и они просто больше не могут этого вынести. Поэтому многие рыбаки приняли решение согласиться на компенсацию. Но почти все рыбаки посвятили этому промыслу практически всю свою жизнь, и сегодня они не знают, чем смогут заниматься в будущем.